протестируем Mac 150. Так, сделаем зумирование на экране, попробуем сфокусироваться более точно. Что ж, Mac 150, конечно, намного красивее, чем показывает, чем Mac 102, или даже чем Mac ZM5 AMS. Да, есть движение воздуха. Да, свой вклад еще вносит то, что через ветки я это все наблюдаю. Вот читайте, это Mac 150, 1800 фокусного миллиметров фокусного и матрица с кропом 2, получается 3600 миллиметров. Так все видно. Видно, как плавает воздух. Гостиница тут. Внизу, видимо, тоже какие-то номера. Видно людей там или не видно? Да, кажется, какие-то люди сидят. В центре кадра почти кровать. Представляю, какой вид там сейчас из этого здания. Если снимать откуда-то с улицы, то картинка должна быть намного красивее. Здание арены этой ЦСКА. Надписи на крыше. Так, ну вернемся к Triumph Pulse. Где он наш? Видно, как от этой сферы отражается закат. Да, из-за тряски трудно сфокусироваться.
Поэтому надо делать привод. Ну, вот такая красивая картиночка. То есть, ну, в целом разрешение больше, чем у маков. Я сейчас еще картинку шумновато, потому что ISO стоит 640. И цветовая температура 6000 кельвинов. Сейчас попробую еще двухкратный экстендер. Посмотрим, как будет с ним. Так, тут двухкратный экстендер от Целестрона. Так, надо подкрутить фокус будет. Да. Да, вот так вот видно. Так, еще красностанные лампочки моргают. Ну, в целом вот так вот. Вот шпиль. С громоотводом. Да, очень, еще, конечно, понятное дело, еще сильнее видно влияние воздуха. Если бы я снимал где-то с земли, я думаю, картинка была лучше, потому что здесь куча тепловых потоков от здания. Смотрим ниже. Да, здесь видно дверь на Триумф Паласе. Соответственно, больше увеличения, что здесь сильнее становится. Да, света нужно много. Антенны. Так даже красивее. Но в целом скажу, картинка прикольная, если б только не воздушные потоки. Вот так видно в Max 50 двукратным экстендером Триумф Палас. Дистанция порядка 2-3 километров. То есть можно рассмотреть проводочки и так далее. У меня это камерс матрицей с кропом 2, поэтому сейчас итоговое фокусное увеличение у нас получается 3600 на 2, 7200 миллиметров. За большой матрицей у меня есть камеры с более мелкими матрицами, там будет вообще сумасшедшее увеличение. Вот так вот.